وصلي على محمد رسول الله اللهم صلي على محمد نبي الله اللهم صلي على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, его семейству и сподвижникам, и всем тем, кто последовал за ними во благе до самого судного дня. Мои братья и сестры в исламе, мир вам, милость Аллаха и его благословение. Мы снова встретились на лекции, на этом уроке, который посвящен еще одному великому ученому. Одному из четырех великих имамов нашей уммы. Это второй имам, который основал свою знаменитую религиозно-правовую школу, свой мазхаб. Мы уже поговорили об имаме Абу Ханифе, и на прошлой неделе мы начали рассказывать про второго выдающегося ученого, Малика ибн Анаса. Да помилует их всех Аллах. И сегодня, иншаллах, мы продолжим говорить про имама Малика. Так как на прошлой неделе нам не удалось полностью рассказать о его жизни. И, по правде говоря, одной или двух лекций слишком мало, чтобы описать жизнь таких выдающихся ученых. И это будет несправедливо с моей стороны. Но, тем не менее, я постараюсь вкратце рассказать вам о них. Дать вам общую картину, чтобы вы могли представить себе, какими людьми они были, как они жили, как они мыслили, что предпочитали и как они основали свои мазхабы. Но самое главное, вы должны узнать об их нравах, их манерах и о том, как они получали знания. Вы должны знать, что люди в первую очередь учились их нравам и только потом получали от них знания. Они были не только учителями, но еще и образцами для подражания, с которых нам следует брать пример. Мы сказали, что имам Малик был личностью, обладавшей несравненным величием и благородством. Если бы вы посмотрели на него, то обязательно почувствовали бы к нему уважение. И это не только благодаря его знаниям. Вас поразила бы уникальная внешность, которой Аллах Свят Он и Велик одарил этого человека. Это был высокий, широкоплечий мужчина. Было видно, что он обладает большой силой. Но главное отличие от остальных жителей Медины было в том, что у него была белая кожа, светлые волосы, цвет очень близкий к блондину. Ну, по сути, он был блондином, а также светлые глаза. Он был похож на европейца, хотя у него были йеменские корни. И жил он в Медине. Одним словом, он обладал уникальной внешностью, которая выделяла его среди всех мединцев. На прошлой неделе мы начали говорить о том, каким характером обладал имам Малик, о том, как он получал знания, как передавал его другим, и кто были его первые учителя. Узнали, что вдохновителем будущего ученого стала его мать. Она во многом помогла ему встать на путь приобретения знаний. Отец и мама также помог ему в этом, но в основном это была его мать. Собственно, она и определила его будущее, познакомив с великими учеными того времени. Аллах Свят Он и Велик говорит в Коране в одном из аятов, который заканчивается такими словами. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Аллах говорит нам о том, что Он отправил пророков, которым Он читает аяты Священного Писания, и которых Он очищает, то есть очищает их нравы, так же, как обучает их Писанию и мудрости. Итак, в каком бы аяте Аллах не упомянул нам о знании, дарованном пророком, Он непременно сопровождает его очищением, которое, по сути, является результатом приобретенного знания. Знание и очищение
идут рука об руку. И здесь под очищением имеется в виду прекрасный нрав, уважение. Вы не можете стать настоящим ученым, если не обладаете хорошим нравом и не вызываете уважения. Это напоминает нам слова матери имама Малика, когда она привела его в мечеть пророка в Медине. И прежде чем познакомить его с выдающимся ученым Рабиа ибн Аби Абдур-Рахманом и другими, она посмотрела на него и сказала: «Сынок, в первую очередь ты должен изучить нравы своих учителей и только потом их знания, то есть то, как они сидят, едят, как обращаются с людьми, движение их глаз. Говоря образно, то, как они завязывают шнурки на обуви. Сначала узнай это, и только потом получай знания», — сказала она сыну. Человек, обладающий знаниями, но не обладающий хорошим нравом, подобен ребенку, в руках которого оружие. От него не ожидаешь ничего, кроме смуты и бед. У турок есть пословица, которая гласит: «Если ты наполовину врач, то ты убьешь людей, а если наполовину ученый, то обязательно собьешь с прямого пути». Эту пословицу мне рассказал один имам, и она оказала на меня большое влияние, машаллах. Всевышний Аллах говорит в Коране: «О те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего сами не делаете?» И поэтому одним из основных принципов имамов было то, что они всегда применяли в своей жизни то, чему учили других. И иншаллах, сегодня мы узнаем, как строго имам Малик следовал тем знаниям, которые он передавал другим. И это качество объединяет всех имамов. Когда Аишу, да будет доволен ею Аллах, попросили описать пророка, да благословит его Аллах и приветствует, она сказала: «Его нравом был Коран». Что можно понять из вышесказанного? Мы не должны быть двуличными людьми. Говорить одно, а делать совершенно другое. Мы не должны позволить нашим страстям управлять нами. Эти великие имамы не были такими. Я говорил вам, что образ мышления имама Малика, его понимание в вопросах фикха, немного отличалось от понимания Абу Ханифы. Можно сказать, оно существенно отличалось в этом от остальных имамов, от Абу Ханифы, Аш-Шафии и имама Ахмада ибн Хамбаля. Отличие имама Малика в том, что он не любил заниматься противоречивыми вопросами в вероубеждении. Не любил обсуждать различные течения. Мы знаем, что многие из них появились в Куфе, такие как муаттазилиты, хариджиты, философы, последователи Аристотеля и так далее. Знаем, как Абу Ханифа боролся с ними. То есть имам Малик, как принято сегодня говорить, сторонился современных взглядов и идей в вопросах религии. Ему и не нужно было этим заниматься, потому что он жил в Медине, в городе, в который не проникали различные еретические идеологии. И по сей день в Медине в большей степени сохранилось истинное знание. Туда не проникли идеи западной культуры, получившие распространение в других частях света. В этом городе сохранилась традиция ислама. Имам Малик также придерживался традиционных взглядов в религии. Он обучал в соответствии с традициями и обычаями, заложенными в Медине. Он часто наблюдал за сподвижниками, как они говорят, как решают те или иные споры. Это был источник его знания. И это послужило началом зарождения религиозно-правовой школы имама Малика, которая живет и по сегодняшний день. Мы говорили, что однажды некий человек зашел к нему на урок. Один из студентов имама по имени Яхья ибн Яхья, пожалуйста, запомните это имя, он передал очень много от имама Малика, так как постоянно записывал за имамом. Итак, Яхья ибн Яхья рассказывал: «Зашел некий человек и задал имаму вопрос: имам, объясните мне значение аята «Милостивый вознесся над престолом». Как вознесся?» Имам Малик опустил свою голову. И студенты заметили, как имам вспотел. Настолько он был разгневан. Его очень разозлил этот вопрос. Как можно спрашивать о сущности Аллаха? Или как он вершит дела? Это недопустимо и просто невозможно себе представить. Нет ничего подобного ему. Даже если просто спросить, как Аллах вознесся, то это уже неверие. Имам Малик поднялся и сказал: «Вознесение нам известно.
То есть мы знаем, что значит слово «вознесся». Понимаем его как есть, вознесся. Значит, над чем-то. Но как вознесся, нам неизвестно. Нам не постичь того, как Аллах вознесся. Верить в то, что Аллах над всем сущим, это обязательно. Мы не можем отрицать слова Всевышнего, если Он сказал, что вознесся. Значит, мы обязаны в это верить. А спрашивать как? Это бид'а. Спрашивать о сущности Аллаха и Его атрибутах – это нововведение. Ни пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни сподвижники никогда не задавали подобных вопросов. Невозможно ответить на этот вопрос, ведь нет ничего подобного ему. Это за пределами нашего воображения и наших способностей. Затем имам сказал: «Выгоните его прочь. Выгоните его отсюда». Его скрутили, как какого-то воришку, и с силой выпроводили из класса. Затем имам сказал: «Я свидетельствую, что это нововведенец, желающий навести смуту». Вот как он обращался с подобными вопросами и теми, кто их задавал. Братья и сестры, сегодня мы продолжим говорить о причинах того, почему имам Малик любил красиво наряжаться и использовать дорогие духи. Некоторые люди могут подумать, что он жил в роскоши, но на самом деле это не так. Мы уже упоминали, что он любил красивую одежду, самую дорогую одежду, из лучших тканей. Он всегда старался выглядеть очень солидно и респектабельно. И объяснял он это тем, что просто не мог сидеть на месте, где сидел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, а также Умар, не имея должного вида. Он обязательно принимал душ, наносил свои лучшие благовония, надевал самую красивую одежду и только потом садился на место пророка, да благословит его Аллах и приветствует. На его лице выражалась торжественность, спокойствие и умиротворение. Затем он смотрел на студентов и начинал рассказывать хадисы. В этом выражалось отношение имама Малика к знанию. Так он передавал слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Мы говорили, что прежде чем рассказать своим студентам хадис со всеми его передатчиками, он брал омовение, совершал молитву в 2 ракаата. Затем он молча шел в мечеть, садился на стул и начинал рассказывать людям хадисы. Посмотрите, с каким уважением он относился к словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Братья и сестры, как мы уже сказали, имам Малик учился у великого ученого Рабиа ибн Аби Абдуррахмана, которого прозвали Рабиа Тур-Раи, что означает «хранитель мнения». И ученые могут иметь свое мнение, но это не то мнение, о котором мы привыкли слышать. Мнение ученых по какому-либо вопросу основывается на доказательствах, взятых из Корана и Сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Что касается западного мира, то там мнение основывается на причудах и желаниях людей. Что им придет в голову, то они и считают мнением. Поэтому мы видим там и гомосексуализм, и атеизм. Порой люди совершают просто сумасшедшие вещи, выдавая это за свое мнение. Все в их мире перевернуто. Зло кажется добром, а добро злом. Мнение, основанное на людских страстях, это очень опасная штука. Истинное же мнение – это то, что исходит из законного источника, от самого Создателя, Аллаха, свят Он и велик. Всевышний сделал эту религию гибкой, так как время и обстоятельства, в которых мы живем, постоянно меняются. Но основа всегда одна – это Коран и Сунна. И нет такого мнения, которые мы не смогли бы извлечь из Корана и Сунны и решить любую проблему, возникшую в обществе. А ученые – это именно те люди, которые извлекают эти решения для нас. Они – наследники пророков. Иначе нам не нужны были бы ученые. Хватало бы того, с чем пришли пророки. Но Аллах создал эту религию такой, что мы можем брать ее основы и применять их в любое время и в любом обществе. Поэтому так много различных мнений. Этого следует ожидать, и это нормально. Всегда были и будут разногласия среди ученых, и мы должны это принимать как данность. Не нужно пытаться это изменить. Разногласия были всегда, как в наше время, так и 1400 лет назад, во времена сподвижников. Например, Абу-Бакр и Умар, практически не было такого вопроса, в котором они бы не расходились во мнениях. Но важно заметить, что когда мы говорим о расхождениях, то имеются в виду вопросы, относящиеся к деталям. Это вопросы, в которых нет четкого и ясного ответа. Как, например, можно ли отдать мясо жертвенного животного своим бедным родственникам? Или же я должен отдать его чужим беднякам? И тому подобное. Эти вопросы не влияют на степень вашего имана,
не касаются вашего вероубеждения. Это очевидно. Они не играют большой роли и не должны влиять на вашу религию. Что касается Абу-Бакра и Умара, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы когда-нибудь придете к единому мнению, то вам не нужно советоваться со мной. Я все равно поддержу его». То есть, если Абу-Бакр и Умар соглашались в чем-нибудь, то это обязательно было правильным решением, и не нужно было советоваться с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Да, у них были различия, но они любили и уважали друг друга, готовы были умереть один за другого. Когда Умар был халифом, он часто говорил такие слова: «О Абу-Бакр, как же ты усложнил положение тех, кто станет халифом после тебя». То есть Умар имел в виду себя: «Как бы я ни старался, мне никогда не достичь той степени, которой достиг ты». И это несмотря на их разногласия. И часто пророк, да благословит его Аллах и приветствует, соглашался то с одним, то с другим. И немало аятов было ниспослано в пользу мнения Умара, да будет доволен им Аллах. Например, аят о ношении хиджаба. Умар стал причиной ниспослания этого аята. Поэтому нет ничего плохого в расхождениях среди ученых. Главное, чтобы эти расхождения основывались на доказательствах. И чтобы они ни в коем случае не приводили к расколу среди мусульман. Мы не должны разделяться из-за чьих-то капризов и страстей, а также из-за культурных, расовых, национальных или иных различий. Неважно, кто ты, богатый или бедный, успешный или нет. Это не главное. И мы еще вернемся к этому вопросу, иншаллах, на примере имама Малика. В вопросах фикха имам Малик руководствовался следующими принципами. Как и все другие ученые, включая Абу Ханифу, имам Малик в первую очередь искал доводы в священном Коране. Если он не находил там ясного решения, то он обращался к сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Есть ли какой-нибудь хадис на эту тему? Как поступал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и так далее. Если не находил ответа и в сунне, а это, как вы понимаете, уже совсем мелкие вопросы, относящиеся к деталям, то он обращался к сподвижникам. Что они думали по этому поводу? То есть он разбирал их мнение. Если имам не находил ясного ответа и среди сподвижников, то он обращался к единодушному мнению ученых, иджма'а. Так называется единодушное мнение всех великих ученых, как среди сподвижников, так и тех, кто был после них. Вплоть до этой стадии. Все четыре имама единогласны в вопросах фикха. И вот здесь уже имам Малик отличался от других. Он использовал метод, который не применял ни один из имамов, ученых того времени. Они подвергали этот метод сомнению. И среди них был один из ближайших друзей имама, который учился вместе с ним. Его звали Аль-Лейс ибн Саад. Некоторые ученые, современники имама Малика, считали, что Аль-Лейс ибн Саад даже более знающий, чем имам Малик. Итак, чем же отличался имам Малик? Он брал в качестве довода обычаи и традиции жителей Медины. То есть он смотрел на то, как они поступали в той или иной ситуации, и говорил другим, чтобы они поступали так же. Надо сказать, что когда имам Малик появился на свет, в Медине проживало более 120 тысяч сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Люди зачастую обращались к ним, чтобы получить ответы на те или иные вопросы. Аль-Лейс ибн Саад писал имаму письма, в которых он говорил: «О имам, ты правильно делаешь, что обращаешься к сподвижникам, к этим великим славным людям. Это хорошо. Нет никого равного им по знаниям». Однако прошло уже 200 лет после пророка. Здесь уже примешиваются традиции жителей Медины. Ведь, как и у всех арабов, у них есть обычаи и традиции, свойственные только им. И это называется «урф» – традиции того или иного народа, которые не противоречат исламу. Однако мы не можем брать в качестве довода все, что делают жители Медины. Таким было мнение имама Аль-Лейса. Имам Малик уважал его мнение, но тем не менее считал себя правым в этом вопросе. Если имам Малик не находил ответа среди жителей Медины, он обращался к методу, которым также пользовался и Абу Ханифа. Это «кияс» – аналогия. Это значит найти решение методом сравнения. Мы берем положение, которое схоже с нашим вопросом, и говорим, что здесь действует такое же положение. Например, положение о курении. В этом вопросе ученые использовали «кияс». Некоторое время назад ученые говорили, что курение является нежелательным, макрух,
Но когда они поняли, какой вред это дело наносит человеку, ученые сказали, что курение так же губительно для человека, как и наркотики, алкоголь и другие опьяняющие вещества. На это указывает Коран и Сунна. И таким образом, методом аналогии, они пришли к выводу, что курение – это харам. И может, оно не так губительно, как употребление алкоголя, но и другое входит в одну и ту же категорию. Это и есть кияс – сравнение. Есть что-то, в чем имам Малик поистине очень отличался от других. Изучая его мазхаб, вы обнаруживаете много гибкостей. Я расскажу вам о трех приемах, которыми пользовался имам Малик. Некоторыми из них пользовались и другие имамы, в частности, имам Абу Ханифа. Имам Ахмад, наоборот, не применял их в своем мазхабе. Один из этих методов назывался «истихсан». Это когда из двух возможных вариантов по вопросам фикха вы выбираете самый легкий. Или самый лучший. Итак, это означает выбрать самый легкий вариант. Второй метод, которым он пользовался, назывался «саддуззара'ай», то есть предотвращение возможного вреда. Это когда что-то по своей сути дозволенное становится недозволенным из-за того, что оно может привести к запретному, и вы избегаете этого. Дам вам пример. Ибнуль-Кайим однажды применил этот метод на практике. Расскажу об этом вкратце, так как у нас мало времени. Итак, Ибнуль-Кайим аль-Джаузи, да помилует его Аллах, находясь в тюрьме, вынес решение, что продавать виноград является харамом. То есть он сделал запретным то, что является дозволенным по своей сути, но может привести к запретному. Это очень разозлило одного из знатных купцов, торговавшего виноградом. Вся его торговля пошла на спад. И когда он спросил у Ибнуль-Кайима, зачем он вынес такую фетву, тот ответил: «Брат мой, я вынес такое решение, чтобы предотвратить вред, к которому приведет продажа винограда. Ведь все знают, что из винограда делают вино и другие алкогольные напитки». И этот торговец продавал свой виноград людям, которые изготавливали из него вино, а затем продавали это вино на черном рынке. Как результат, среди людей распространилось пьянство и другие грехи. Поэтому возникла необходимость запретить продажу винограда на какое-то время. И это называется предотвращение возможного вреда. И если необходимо сделать выбор между двумя запретными вещами, то мы выбираем то, что менее греховно. И третий метод – это общественная польза. Какая-то вещь является дозволенной или установленной, но если ее использование может причинить вред обществу, то мы должны отбросить ее и прекратить пользоваться ею. Например, во время халифа Умара, да будет доволен им Аллах, был такой период, когда ворам не отрубали руки. Почему? Потому что тогда была засуха, распространилась нищета и голод. У людей просто не оставалось другого выбора, кроме как украсть, иначе смерть. Поэтому Умар решил, что нет, мы не будем отрубать руки некоторое время, потому что это было бы несправедливо. По отношению к ворам применялось какое-то другое, менее тяжкое наказание, например, арест или штраф. А иногда их просто прощали в зависимости от ситуации. Это и есть общественная польза, когда смотрят на пользу и вред для общества в целом. Имам Малик широко использовал этот метод, и многие ученые брали пример с его мазхаба. Хотя сам имам Малик был очень традиционным, или, как еще говорят, ортодоксальным ученым. Ведь он всю жизнь прожил в Медине, в городе, в котором и по сей день традиционные взгляды очень сильны. То же самое и в Мекке. Там все строго, в одном направлении. Поэтому часто бывает так, что фетвы, выносимые на Западе, не подходят для жителей Мекки и Медины. И я говорю это с полной ответственностью, пониманием и искренностью, иншаллах. Итак, мазхаб имама Малика был самым гибким и легко приспосабливаемым к новым условиям. И это благодаря трем методам, о которых мы поговорили. Остальные имамы часто не соглашались с ним, кто в большей, а кто в меньшей степени. Теперь поговорим о том, как имам Малик относился к своим учителям и наставникам. Однажды имам находился в компании двух своих учителей. Один из них был Рабиа ибн Аби Абдур-Рахман, или хранитель мнения, как его называли. А другого звали ибн Аз-Зухри. Имам Малик был намного младше них. Хотя он уже достиг уровня большого ученого. Мы говорили, что в 21 год он уже выносил фетвы. Люди приходили со всего мира, чтобы брать у него знания. И это в 21 год. Чем сегодня занимаются 21-летние ребята? Мчатся на самокатах или скейтбордах по улицам, стараясь обогнать друг друга и заслужить внимание девушек. Я называю их сосунки-переростки. Вроде взрослые, но ведут себя как настоящие дети. Я не хочу никого обидеть этими словами,
Ну, ведь вы понимаете, о ком я говорю. Ему 21, а он все еще мальчишка. В 21 год имам Малик уже выносил фетвы. И вот имам Аз-Зухри и Рабиа ибн Аби Абдур-Рахман обсуждают какой-то вопрос. Имам Малик сидит, внимательно слушает обоих. Он очень почтителен к ним, ведь они старше его на 40 лет или даже больше. Два ученых спорят по какому-то вопросу. Один говорит свое мнение, другой свое. Они посмотрели на имама Малика, желая услышать его мнение. А я напоминаю вам, что Рабиа был главным учителем имама Малика, а затем уже шел Аз-Зухри. Рабиа ибн Аби Абдур-Рахман спросил имама, что он думает по этому вопросу. Имам промолчал. Затем его спросил ибн Аз-Зухри: «Ну же, Малик, каково твое мнение?» Имам Малик ответил: «Учитель уже ответил», имея в виду Рабиа ибн Аби Абдур-Рахмана, своего учителя и наставника. Ибн Аз-Зухри сказал: «Клянусь Аллахом, мы не выйдем отсюда, пока не услышим твое мнение, о Малик. Говори же, мы настаиваем». Имам Малик все-таки сказал свое мнение. И оно оказалось прямо противоположным мнению его учителя, Рабиа ибн Аби Абдур-Рахмана. Ибн Аз-Зухри посмотрел на него и сказал: «Я согласен с твоим мнением». И затем они разошлись с чувством глубокого уважения друг к другу. В чем смысл этой истории? Посмотрите, как имам Малик относился к своему учителю. В этом поучительный урок для детей и для их родителей. Дети, как вы относитесь к своим родителям? Проявляете ли вы к ним уважение и почет, даже если они не правы в чем-то? Да, они бывают неправы, но как же много детей, которые, видя какой-то недостаток в своих родителях или неправильное мнение, тут же начинают критиковать и отчитывать их за это. Тем самым они унижают родителей, задевают их достоинство. Они чувствуют себя униженными и оскорбленными. Это не наш путь. И так советы не даются. И, братья и сестры, если вы хотите дать совет или исправить кого-то, послушайте, что сказал имам Аш-Шафии. Если вы хотите дать совет, то не делайте это при людях. Потому что если вы советуете кому-то в присутствии людей, вы тем самым унижаете этого человека. И совет уже теряет свой смысл. Совет в присутствии людей – это унижение. Мы должны избегать этого. Итак, даже если человек не прав, поправьте его должным образом. На следующей неделе я расскажу вам, как один из студентов имама Аш-Шафии очень аккуратно и почтительно исправил его учителя, когда все уже разошлись. Но это на следующей неделе, иншаллах. Братья и сестры, мы упомянули, что имам Малик имел собственный доход. Были еще несколько источников, из которых он получал средства. Но я хочу сказать вам, что он никогда не был придворным ученым. И, к сожалению, есть люди, которые так считают. Ни он, ни другие имамы никогда не полагались на какие-либо фонды, государственные учреждения или мечети. Никогда не просили у них денег на содержание. У них всегда было свое дело, будь то торговля или ремесло, которое приносило им доход. Я хочу заметить, это делало их очень влиятельными в обществе. Это давало им возможность всегда и везде говорить правду, даже перед лицом могущественных правителей. У имама Малика было три источника дохода. Первый источник – это была его торговля. Он продавал ткани. Так же, как и его друг Лейс ибн Саад, который был очень богат. Он отправлял ему деньги и имущество из Египта. Свой третий источник дохода имам получал от халифа. Он никогда не принимал каких-либо подношений или подарков. Ни от кого, кроме халифа. И также он никогда не соглашался занять какой-нибудь государственный пост. Он всегда отказывал, как и другие имамы. Так же, как и имам Абу Ханифа. Он отказался быть судьей. Более того, все четыре имама отказались принять посты судьи. Почему? Да потому что они не хотели, чтобы в судный день их воскресили вместе со всеми правителями на земле. Кто бы этого захотел? Сколько несправедливых и жестоких правителей было и есть на этой земле. Никто не хочет быть воскрешенным с вот такими людьми. В судный день люди хотят быть собранными вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и его благородными сподвижниками. Никто не хочет оказаться рядом с диктаторами, поэтому имам Малик и не хотел становиться судьей. Итак, почему же он принимал дары от халифа? И я не говорю здесь о денежном пособии, это были просто дары. Он отличался в этом от Абу Ханифы и других имамов. Да смилуется над ними всеми Аллах. Они никогда не принимали даже даров от правителя. И вот как он объяснил свое решение. Во-первых, он хотел сохранить хорошие отношения с халифом, хотел иметь доступ к правителю, чтобы давать ему советы и по возможности исправлять его. Он считал, что поддерживая связь с правителем, он может принести пользу людям. И во-вторых, он не считал, что богатство, которым обладал халиф, является его богатством, халифа. Он считал, что имущество халифа на самом деле принадлежало мусульманам.
Ведь халиф содержался на деньги из казны мусульман, куда в свою очередь поступали средства, собранные из закята. Эти средства на самом деле принадлежали муджахидам, тем, кто сражался на пути Аллаха, тем, кто защищал исламское государство. Также эти деньги принадлежали беднякам, студентам, требующим знания, их учителям, ученым, вдовам, сиротам. Имам Малик был одним из учителей, которые передавали знания. Итак, он считал эти средства принадлежащими простым людям, а не халифу. И я приведу вам еще одно доказательство, почему он так считал. Скоро, иншаллах. Вот причины, по которым он принимал подарки от халифа, но только от халифа, и ни от кого более. Есть история о том, как однажды имам Малик принял дары от своего друга, Лейса ибн Саада. Он был очень щедрым человеком, настолько, что однажды имам Малик попросил своего друга отправить ему краску для одежды. Студенты имама хотели покрасить свою одежду. Он отправил письмо с просьбой отправить ему краску. И тот выслал ему огромную сумму денег, около 1000 динаров. Прошу прощения, не так. Он выслал ему так много краски, что остаток ее можно было продать за 1000 динаров. Это довольно внушительная сумма денег, которой было бы достаточно для всех жителей Медины. Итак, студенты имама использовали часть краски на свои нужды, а оставшуюся часть продали за 1000 динаров. Об отношении имама Малика с властью мы поговорим в конце, иншаллах. Сейчас я бы хотел рассказать вам о теме, которой мы не касались подробно. Давайте поговорим о том, как имам Малик одевался, какую одежду любил и так далее. Мы сказали, что аскетизм – это отстранение от удовольствий и роскоши этого мира. Имам Малик смотрел на это несколько иначе. Он считал, что настоящий аскетизм должен быть прежде всего в сердце и затем проявляться в поступках, а не во внешнем виде. И у него были на это доводы. Он говорил, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Аллах любит, когда его милость по отношению к рабам проявляется среди людей. То есть, если Аллах одарил тебя из своей милости, ему нравится, когда ты проявляешь эту милость, показываешь ее другим. И в этом нет хвастовства. Можно показывать милость, данную Всевышним, и при этом быть скромным человеком. Также имам Малик знал, что он стоит там же, где когда-то стоял сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И поэтому он должен иметь самый достойный вид. Ведь Аллах сказал в Коране, когда идете в мечеть, украшайтесь, надевая самую лучшую одежду, особенно в пятницу. Поэтому имам Малик любил украшаться и надевать самую лучшую одежду. Он полагал, что тот, кто обучает людей, должен иметь самый прекрасный облик. И более того, это оказывает психологический эффект на людей. Такой была философия имама Малика. У него были свои доводы, и если кто-то имел другое мнение, то он относился к нему с уважением. Был один аскет, который избегал мирской суеты, жил в пустыне и все время поклонялся Аллаху. Однажды он написал имаму Малику письмо, в котором говорил: «О имам, оставь все эти красивые слова и отправляйся в пустыню. Здесь ты будешь жить простой и неприхотливой жизнью. Будешь проводить все время в поклонении». Это похоже на то, к чему призывает суфизм, течение, которое возникло впоследствии. Они, суфии, очень часто говорят об аскетизме, отрешении от мирского и так далее. Но не все они такие. Сегодняшние суфии совершают дела, на которые нет основы в религии. Когда же мы говорим о настоящих суфиях, то имеем в виду тех, кто жил в прошлые времена. А вот они-то и были аскетами. Вели очень скромный образ жизни и избегали мирской роскоши. Среди них, например, Аль-Хасан Аль-Басри и другие. Сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был аскетом, а также его сподвижники, Абу-Бакр, Умар и другие. Все они были аскетами, в том смысле, что они не позволяли мирскому войти в их сердце. Однако украшать себя или красиво одеваться не противоречит сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, «О посланник Аллаха, если человек любит одевать красивую обувь и одежду, то является ли это проявлением гордыни?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Поистине Аллах красив, и Он любит красоту. Поэтому будьте красивыми и нарядными, не приступая к границе ислама, конечно же». И вот так имам Малик ответил на письмо того аскета. Обратите внимание на уважительный тон имама.
Аллах распределил благие поступки среди своих рабов так же, как Он распределил среди людей их пропитание и удел. Кому-то Он дал радость в молитве больше, чем в посте. Кто-то совершает хадж с большим удовольствием, чем выплачивает закят. Случилось так, что ты находишь свое удовольствие в отречении от мирских благ и красот, а также в постоянном поклонении. Я же нахожу свое удовольствие в получении знаний и обучении людей. Я доволен тем, что Аллах даровал мне, и поэтому мне хочется проявлять это на людях. Тем не менее, я надеюсь, что мы оба на истинном пути. Вот как ответил ему имам Малик. Обратите внимание, с каким уважением, добротой и заботой они обращались друг к другу. Сколько теплоты в их словах. В этом проявляется настоящее исламское братство. Они просят у Аллаха друг за друга, не пытаются унизить один другого. Кто обладает искренностью, тот желает своему брату только блага и старается помочь ему с помощью Всевышнего. Вывод таков, что нам не нужно копировать друг друга. Кто-то очень скромен, и я буду таким. Или кто-то любит красиво одеваться, и я тоже буду. Нет, не нужно слепо подражать друг другу. Не надо думать, что за вами постоянно следят, и что вы постоянно делаете что-то не так. У имама Малика был перстень с черным камнем, на котором было написано «Достаточно мне Аллаха, и Он лучший покровитель». Это не значит, что все мы теперь должны носить такой перстень. Будь проще. Ведь Аллах сказал в Коране, «Мы не ниспослали этот Коран, чтобы сделать твою жизнь несчастной и полной тягот. Наоборот, эта религия делает нас счастливыми, дает нам возможность выбирать среди удовольствий, которыми Аллах одарил нас». Аллах говорит, «Скажи, кто запрещает праведным рабам Аллаха наслаждаться удовольствиями и красотами, которые Аллах создал для них на этой земле?» Имам Малик написал выдающуюся книгу, огромный труд. Она называется «Аль-Муватта». Наверное, вы слышали это название раньше. Эта книга является собранием хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а также высказываний некоторых сподвижников. В настоящее время она содержит около 1720 хадисов. И, возможно, это первая книга хадисов. Она очень популярна. Эта книга была написана за 100 лет до того, как стало известно про сборник хадисов Аль-Бухари и Муслима, и других. И как говорят некоторые ученые, это самая первая книга, посвященная хадисам. Она является одной из самых достоверных. Имаму Малику понадобилось примерно 11 лет, чтобы завершить эту книгу. Она была разделена по главам. Она дошла до нас благодаря одному из студентов Абу Ханифы, которого звали Мухаммад ибн Аль-Хасан Аш-Шейбани. Он учился у имама Малика на протяжении 3 лет. Мухаммад ибн Аль-Хасан и еще один ученый распространили эту книгу среди людей, тем самым открыв ее для широкого круга читателей. Об этой книге узнал ученый по имени Асад ибн Аль-Фурат. Он был известен тем, что распространял ислам на острове Сицилия. Студенты имама Малика собрали воедино сборник «Аль-Муватта», а также добавили в него некоторые положения мазхабов. Эта книга получила широкую известность в Африке и Испании. Следует сказать, что имам Малик собрал все хадисы и разбил их по главам, а уже затем его студенты собрали все это в единую книгу, которая получила название «Аль-Муватта». Давайте посмотрим, как они это сделали. Сначала в их распоряжении было около 100 тысяч хадисов. Затем из них они отобрали 9 тысяч наиболее достоверных. И уже из этих 9 тысяч были отобраны 1720 хадисов, которые считаются самыми достоверными хадисами. И по сегодняшний день. На прошлой неделе я говорил, что некоторые из хадисов имам Малик передавал лично. И цепочка передатчиков, в которой стоял имам, называется «золотой цепочкой передатчиков». Это самые достоверные хадисы, существующие на сегодняшний день. Итак, «Аль-Муватта» была отредактирована и приобрела законченный вид, благодаря студентам имама Малика, которые сделали это уже через 30 лет после смерти имама. И в настоящем законченном виде она содержит 1720 хадисов, и можно быть уверенными насчет их достоверности. В сборниках «Аль-Бухари» и «Муслима» содержатся хадисы из «Аль-Муватты», а также и другие достоверные хадисы, которые, может быть, не достигли имама Малика в его время. Это одна из причин, почему существуют различия между мазхабами. Вот что сказал имам Аш-Шафии об Аль-Муатта. «Ни одна книга после книги Аллаха не была настолько точной и достоверной, как книга имама Малика Аль-Муатта.
Имейте в виду, что сборники Аль-Бухари и Муслима еще не существовали к тому времени. Это слова имама Аш-Шафии. Халиф Аль-Мансур, о котором мы говорили на прошлых лекциях, однажды подошел к имаму Малику возле Каабы. Он подошел к нему и спросил: «Имам, я хочу, чтобы твоя книга была размножена и распространена во всех краях, чтобы она стала единственным и главным источником хадисов, и чтобы все остальные книги по хадисам были уничтожены». Имам Малик сказал: «Нет, не делай этого. Есть множество людей, получающих знания от своих имамов, которые берут эти знания из разных источников. И наверняка есть источники, о которых мне ничего не известно. Уничтожить их и оставить только мою книгу – это очень опасное дело. Не делайте этого. Пусть они опираются на свои источники хадисов. И может быть, однажды они попадут в мою книгу «Аль-Муватта», и люди получат от этого только пользу. Не уничтожайте другие источники знаний, оставив только мой. Ведь я всего лишь человек, и мне еще очень многое предстоит узнать». Так имам говорил о себе. Мы хотим быть в стороне от того, что сделали студенты имама после его смерти. Они начали проявлять чрезмерность в следовании мазхабу. И это же явление мы наблюдаем сегодня, когда люди не молятся за каким-то имамом, если он не придерживается их мазхаба. Они говорят, что его молитва не принимается, основываясь на том-то и на том-то. Братья мои, этого нельзя делать. Это ведет к расколу среди мусульман. Все эти имамы уважали мнение друг друга. Более того, они брали знания друг друга. Студенты имамов также обменивались знаниями и не проявляли высокомерие. Все они уважали друг друга во всех смыслах этого слова. Итак, мы поговорили о книге имама Малика под названием «Аль-Муватта». Книга, известная и по сегодняшний день. Кто-нибудь может отгадать, чего имам Малик, а также все остальные имамы, боялись больше всего? Самый большой страх всех имамов. Как вы думаете? Нет? Да, конечно. Они боялись адского огня, как и все мы. Но я говорю об особом страхе, который постоянно сопровождал имамов на протяжении всей их жизни. Очень хорошо, молодец. Больше всего они боялись давать фетвы на основании ичтихада. Когда кто-то спрашивал какой-нибудь вопрос, и им приходилось выносить решение. Это самый страшный момент для всех ученых. И особенно это касалось четырех имамов и тех ученых, что жили в их времена. Это указывает на то, что они были очень набожными людьми. Я дам один пример. Каждый раз, когда имама Малика просили вынести решение, которое не существовало до этого, то есть ученые еще не разбирали этот вопрос, он просил человека немного подождать. Имам шел делать омовение, затем возвращался, садился на свое место и начинал со словами: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха». После этого он давал ответ, основываясь на своих знаниях. Он часто говорил: «Нет ничего более тяжелого и страшного в моей жизни, чем то, когда меня спрашивают, является ли это запретным или является ли это дозволенным. Ведь я представляю решение самого Аллаха, Творца небес и земли». Братья и сестры, это очень серьезный вопрос для всех нас. Поэтому, когда вы говорите что-то, что это является харамом, а что-то халялем, будьте предельно осторожны и ответственны в своих словах. Знаете ли вы, какие слова были девизом всех этих ученых? Какие слова они больше всего любили повторять? Это слова «я не знаю». Вы можете себе представить? «Я не знаю». Я дам вам один пример. Студент имама Малика по имени Аль-Хайсама рассказывал: «Я был свидетелем того, как имама Малика просили дать ответы по 48 вопросам на разные темы. На 32 из них он ответил «я не знаю». На 32 из 48, то есть на 2/3 вопросов, он ответил «я не знаю». Так на сколько же вопросов он все-таки ответил? 48 минус 32. А? 16. Он ответил на 16 вопросов, а на остальные ответил «я не знаю». И это мы говорим о великом имаме. Один из подвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Дарда, говорил: «Сказать «я не знаю» — это половина религии». Это еще раз подтверждает главную мысль наших проповедей.
То есть это слова Всевышнего. Те, кто по-настоящему боится Аллаха, это ученые. Я расскажу вам историю про одного марокканца. Речь идет о скромности. В то время, чтобы добраться из Марокко в Медину, требовалось 4 месяца пути. У этого марокканца был вопрос, на который не смог ответить ни один ученый в его стране. Итак, 4 месяца он провел в пути, помня о словах своих учителей, которые сказали ему: «Сынок, нет на этой земле более знающего человека, чем имам Малик. Отправляйся в Медину и получи у него ответ». Я не знаю, как звали этого марокканца. И вот после 4 месяцев пути он встретил имама Малика. Вы можете себе представить, с чем он столкнулся в дороге? Жажда, зной, опасность со стороны разбойников и так далее. Увидев имама, он спрашивает свой вопрос. Имам Малик пошел делать омовение, вернулся, сел возле него и сказал: «Нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха». Затем он встал и сказал марокканцу: «Дай мне время до завтра». На следующий день он сделал то же самое. Произнес те же слова и затем ответил: «Я не знаю ответ на твой вопрос». Изумленный марокканец встает и говорит: «Уважаемый имам, все ученые Марокко ждут, какой ответ я принесу им. Я 4 месяца провел в пути, чтобы добраться до сюда, и мне нужно еще 4 месяца, чтобы вернуться. Сколько всего? 8 месяцев. Я провел 8 месяцев в пути, и все ради того, чтобы сказать им: имам Малик не знает? Имам Малик не знает ответа?» Имам Малик посмотрел на него со всем присущим ему величием и достоинством, а затем сказал: «Возвращайся и скажи своим учителям, что имам Малик не знает». Марокканец вернулся домой и передал слова имама: «Я не знаю». Он знал цену этим словам, ведь они могли защитить его от адского огня. Если он узнавал, что совершил ошибку, он собирал своих студентов и разъяснял, где он ошибся, и делал это на глазах у всех. Должен вам сказать, что это очень сложно. Это требует большой смелости. Сказать, что я говорил раньше, неправильно. Что я ошибался. Правильно, вот так. Однажды во время хаджа халиф Абу Джаафар Аль-Мансур подошел к нему и спросил несколько вопросов. Затем он сказал, что решил распространить его книгу Аль-Муватта. Об этом мы уже говорили. Имам ответил, что не нужно этого делать. Он сказал: «О правитель правоверных, не заставляйте людей принимать то, в чем может быть ошибка. Ведь я простой человек, который может ошибаться и менять свое решение со временем». Как мы уже сказали, книга Аль-Муватта была видоизменена студентами имама, пока не приобрела законченный вид. Братья и сестры, личность имама Малика, его характер – это первое, что люди замечали в нем. Его студент по имени Яхья ибн Яхья, о котором мы говорили ранее, закончил учебу у имама Малика и провел рядом с ним еще один год. То есть имам Малик квалифицировал его и дал ему разрешение самостоятельно вести уроки. Но он решил побыть с ним еще один год. Он продолжал: «И единственная причина, почему я остался с имамом еще на один год, это то, что я хотел изучить его нравы и манеры». В отличие от Абу Ханифы, имам Малик принимал подарки. И мы уже говорили об этом. Хочу лишь добавить, что имам Малик принимал подарки от халифа Аль-Мансура, в то время как Абу Ханифа проявлял хитрость, чтобы не брать ничего от халифа. Когда Аль-Мансур давал ему что-то, Абу Ханифа говорил: «Хорошо, я возьму, только оставьте это у себя, поскольку вокруг меня постоянно кружатся воры, и я боюсь, что они украдут ваш подарок». Это была хитрость Абу Ханифы, чтобы не брать подарки. И спустя некоторое время, уже после смерти Абу Ханифы, Аль-Мансур обнаружил, что имам содержал всех своих студентов, и он кормил и одевал их, и при этом просил халифа оставить подарки у себя. Он просто не хотел ничего брать от правителя. Имам Малик же наоборот, брал подарки. И я хотел бы доказать вам, почему имам Малик не был придворным ученым. Даже несмотря на то, что он брал подарки от халифа. Просто находятся такие люди, которые называют имама Малика ученым при халифе. Это неправильно. Некоторые любят злословить про ученых. Да, имам Малик пошел против традиции ученых и принимал подарки. Он считал это стереотипом ученых. То есть вот, они такие важные, заходят к правителю и начинают перечислять его ошибки. Жестко стоят на своем, и если им предлагают дары, они считают это попыткой задобрить их со стороны правителя, и поэтому наотрез отказываются принять их.
Например, как имам Абу Ханифа. Хоть он и никогда не воевал лично против несправедливых халифов, но при этом он поддерживал мятежников. Не напрямую, а косвенно. И его целью было исправить власть, чтобы правители осознали свои ошибки и начали исправляться. Имам Малик был другим. Он обладал большим влиянием, но при этом не стремился подорвать государственные устои. Тем не менее, ему тоже пришлось испытать пытки и мучения. Все четыре имама, даже несмотря на их различия в отношении к власти, все они побывали в тюрьме. И их всех подвергали пыткам. И даже имам Малик испытал это, несмотря на его лояльное отношение к власти. Другие имамы считали, что перемены должны идти снизу, из народа. Имам Малик же считал, что нет. Перемены должны идти сверху. Нужно исправлять правителей, давать им советы, и только это может изменить дело к лучшему. Имам Малик был свидетелем падения династии Омейядов и возвышения династии Аббасидов. Он жил при 8 омейядских халифах, а также при 5 халифах династии Аббасидов. Это 90 с лишним лет. Между прочим, он прожил больше всех среди имамов. К примеру, имам Аш-Шафии прожил всего 54 года, субханаллах. Имам Ахмад и Абу Ханифа прожили около 70 лет. Как я сказал, имам Малик не был придворным ученым. Я дам вам пример, почему он не был таковым. Однажды правитель Гарун ар-Рашид дал клятву что-то сделать, но затем нарушил свою клятву. Это известный халиф Гарун ар-Рашид. И вот он сказал: «Клянусь Аллахом, я сделаю это». Но он нарушил клятву, так и не сделав то, что обещал. Мы знаем, что нужно делать в такой ситуации. Нужно искупить клятву, которую человек не выполнил или которую нарушил. Как искупить? Нужно освободить раба. Если не можете это сделать, то накормить 10 бедняков. Если вы не можете накормить 10 бедняков, то должны поститься 3 дня подряд. И вы выбираете тот вариант, который вам под силу. Гарун ар-Рашид хотел выяснить, как ему лучше поступить. Он созвал ученых, и один из них сказал халифу: «Вы можете выбрать любой из этих вариантов, любой, который вам по душе». Имам Малик же сказал: «Нет, вы должны поститься 3 дня». Гарун ар-Рашид говорит: «Ну, я могу выполнить и другие варианты. Я могу освободить раба, и у меня есть средства, чтобы накормить 10 человек. Почему же я должен именно поститься?» Имам смело и без какого-либо страха ответил ему: «Деньги, которые у вас, принадлежат не вам, а мусульманам. И если мы вернем все деньги, которые у вас, к их законным владельцам, у вас ничего не останется. И тогда у вас не будет возможности накормить 10 бедняков или освободить раба. Вы будете нищим, у которого ничего нет». Вспомните Умара ибн Абдул-Азиза, одного из самых выдающихся правителей. Его еще называют 5-м праведным халифом. Однако он умер бедняком. Итак, вот имам Малик ответил ему: «Ваши деньги принадлежат мусульманам, и если их взять, то у вас ничего не останется. Поэтому вам следует поститься 3 дня». Вывод можно сделать следующий. Имам Малик был очень смелым и решительным ученым. И принятие им подарков от правителей совсем не означало, что он придворный ученый, в отличие от некоторых ученых сегодня. И если с ним не соглашались, он не отчаивался, а смело держался за свое мнение, основанное на доводах. Однажды Гарун ар-Рашид дал имаму Малику 3000 дирхемов. И он сказал, что как только эти деньги дойдут до имама, он должен будет немедленно явиться к халифу. То есть он должен будет покинуть Медину и отправиться в Багдад, в Ирак. Помните, на прошлой лекции мы сказали, что имам Малик никогда не покидал Медину, кроме хаджа. Он даже не ездил верхом на лошади или верблюде, будучи в Медине, считая, что он не смеет поднимать свои ноги над землей, в которой похоронен пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Такой был имам. Он знал, что люди берут с него пример, поэтому всегда держал себя на самом высоком уровне. И вот это письмо с требованием прибыть в Багдад, из-за каких-то 3000 динаров, он отправил эти 3000 динаров обратно к халифу со словами: «Я никогда не покину Медину», дав понять тому, что пусть даже не мечтает об этом. И что сделал Гарун ар-Рашид? Он отправил ему в дар в 2 раза больше, 6000 динаров.
не ставя при этом никаких условий. Посмотрите, какое уважение. Увидев эти деньги, имам Малик сказал своим студентам: «Кто оставит что-либо ради Аллаха, Аллах даст ему взамен лучшее». Это слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Халифы отправляли своих детей к имаму Малику. Более того, некоторые халифы были когда-то студентами имама. Вы можете себе это представить? Есть одна интересная история. Когда имам заходил во дворец к правителю, он отказывался садиться сзади. Он никогда не проходил сквозь ряды людей, чтобы сесть где-то там. Нет. Он всегда требовал, чтобы ему дали самое лучшее место. И не напротив халифа, а рядом с ним. Кто-нибудь знает, почему он так делал? У нас нет времени для викторины, я просто скажу вам. И все, скоро будет азан. Имам Малик хотел показать людям, что ученые — это главные, самые влиятельные люди в обществе. Они главнее даже, чем халифы. И это правда. Не халифы — наследники пророков, а ученые. Вот кто наследники пророков. Тем самым имам хотел показать, что знание, которое пришло от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, выше и ценнее, чем любые повеления правителя. Поэтому он всегда настаивал, чтобы ему давали самое лучшее место. Я не имею в виду дворец халифа в Багдаде. Я говорю про резиденцию халифа в Медине. Или когда он был в Мекке. Зайдя во дворец, он смотрел на халифа сквозь ряды людей, которые сидели так же, как вы сейчас сидите. Затем он звал халифа, который удивленно смотрел на него. Имам говорил: «О, повелитель правоверных, неужели ты допустишь, чтобы твой имам сидел на задних рядах?» Халиф отвечал: «Ни в коем случае. Разойдитесь же. Дайте пройти имаму». Затем он усаживал имама прямо возле себя. Когда имам садился возле халифа, он говорил ему следующее. И послушайте внимательно, что он говорил халифу. Представьте себе эту ситуацию. Халиф требует, чтобы люди расступились. «Дайте пройти имаму». Затем он сажает его рядом с собой на свое кресло. Имам смотрит на халифа и говорит: «О повелитель правоверных, Аллах свят он и велик, говорит: «О те, которые уверовали, не возвышайте свои голоса выше голоса пророка. Я пришел сюда, чтобы рассказывать хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому не повышай свой голос выше моего голоса, потому что это не мои слова, это слова пророка». И халифу приходилось понижать свой голос в присутствии имама Малика. Вот что значит обладать достоинством. Он всегда говорил правду. Однажды имам Малик зашел в резиденцию правителя и попросил стакан воды. Ему подали королевский бокал, вокруг которого было серебряное кольцо. Он посмотрел на этот бокал с серебряным кольцом, затем положил его на место. Не сделав ни одного глотка и не сказав ни слова, он покинул дворец. В то время халифом был Аль-Махди, один из бывших учеников имама. Он сказал: «О, имам, почему вы уходите?» Имам ответил: «Я не буду пить из бокала, на котором серебряное кольцо». После этого случая халиф Аль-Махди приказал снять все серебро с посуды и бокалов дворца. Это еще раз доказывает, что имам Малик не был придворным ученым. Иначе разве мог бы он сделать так в присутствии халифа? Нет, не сделал бы. И последнее. Из-за своей правдивости и прямоты имаму Малику все-таки пришлось испытать тяжелейшие испытания. У него произошел конфликт с властью. У всех имамов был конфликт с властью. Однажды началось восстание против халифа Абу Джафара Аль-Мансура. Имаму Малику было тогда около 60 лет. И люди, которые затеяли это восстание, были из семьи пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Их называли алявитами. Это не те алявиты, о которых мы слышим сегодня. Когда мы говорим про настоящих алявитов, то имеем в виду кровных родственников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые пошли от Али и Фатимы, да будет доволен ими Аллах. Итак, эти люди начали восстание против халифа. Лидером восставших был Мухаммад ан-Нафсиз-Закия. Он был потомком Хасана ибн Али, да будет доволен ими обоими Аллах, внуком пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
Имам Малик поддерживал лидера этого восстания. И желал, чтобы он достиг успеха. Он считал, что если Мухаммад, ан-Нафсиз Закия, который был также большим ученым, что если он станет новым правителем, то жизнь станет лучше. У него было такое внутреннее чувство. Так говорили студенты имама. Он считал, что если Мухаммад станет новым халифом, жизнь мусульман наладится. И вот что произошло в один день. Новый наместник халифа в Медине, желая узнать мнение людей о себе, по существу начал принуждать людей поклясться ему в верности. То есть требовал, чтобы народ выражал ему свою преданность и верность. И это делалось под принуждением. Людям это очень не понравилось. И поэтому восстание усилилось еще больше. Однажды кто-то задал имаму Малику вопрос с политическим подтекстом. Умный имам Малик сразу же понял, в чем суть дела. Итак, вопрос был следующим. Если кого-то принуждают развестись с женой, и он разводится, то считается ли такой развод действительным? Имам Малик ответил, в религии ислам ничто не действительно под принуждением. Ничего. Все, что под принуждением, недействительно. Если человека заставляют развестись, говоря «разведись с ней, а то будет то-то или то-то», и он разводится, то такой развод не считается. Как мы уже сказали, это был вопрос с политическим подтекстом. То есть он имел в виду, что если нас принуждают дать клятву верности наместнику халифа, то такая клятва недействительна, и этот наместник незаконный. Это стало большой проблемой, огромной проблемой для людей. Ответ имама дошел до самого халифа, и тот отправил имаму письмо с требованием отречься от своих слов и прекратить давать подобную фетву. На это имам ответил, «Я не могу скрывать знание, если оно дошло до меня». Затем к нему был отправлен шпион, который внедрился в один из кружков имама. Этот шпион снова задал тот же вопрос, для того, чтобы удостовериться, продолжает ли имам стоять на своем или нет. То есть он испытывал его. Шпион спросил его, и имам ответил точно так же, как он сделал это в прошлый раз, хорошо понимая последствия своих слов. В итоге имам Малик был схвачен и отправлен к наместнику халифа в Медине. Они заточили его в тюрьму и подвергли пыткам. Его били. Жестоко били. Настолько сильно, что его руки стали парализованными. Несколько месяцев он не мог пошевелить своими руками. Его правое плечо было вывихнуто. Можете себе представить, что имама со всем его величием и достоинством подвергают такому? И, возможно, среди чиновников того времени находились его бывшие студенты. Как они могли избить своего учителя? Как вообще такое возможно? Избить настолько, что его руки парализовало на месяцы, а его правое плечо было вывихнуто. И несмотря на это, имам не отказался от своих слов. И как можно понять, некоторое время имам Малик молился с опущенными руками. Это было задокументировано студентами имама. И по причине этого случая находятся люди, которые говорят, что по мазхабу имама Малика вы должны молиться с опущенными вниз руками. Это похоже на чью-то неудачную шутку. В мазхабе имама Малика нет доказательств на то, что нужно молиться с опущенными руками. Был единственный случай, когда имам отпускал при молитве вниз руки. И мы сказали, по какой причине это было. Он просто не мог их поднять. Это то же самое, что вы сидите и не можете стоять. Это просто чья-то выдумка. Ни один имам не подтверждает это. Итак, последователь мазхаба имама Малика не отпускает руки во время молитвы. Затем произошло еще одно восстание. Когда студенты имама узнали, как поступили с их учителем, они подняли настоящий бунт. Если бы вы жили в то время, то я очень не советовал бы вам конфликтовать со студентами имама Малика. Они могли бы вас избить только за то, что вы повысили голос во время урока. И что же произошло дальше? Сам халиф Аль-Мансур лично прибыл в Медину, чтобы извиниться перед имамом. Он говорил, «О, имам, я прошу вас, простите меня. Я не приказывал, чтобы с вами так поступили. Только скажите, и я немедленно уволю наместника. Я его накажу, я его опозорю» и так далее и тому подобное. Так он извинялся перед имамом. Это еще одно доказательство того, что имам Малик не был придворным ученым. В конце жизни имам серьезно заболел. Ему было уже 90 лет, и он не мог посещать мечеть. Имам умер в возрасте 90 лет. И чтобы познакомить вас со следующей лекцией,
Я хочу рассказать вам одну маленькую, но очень интересную историю, если будет на то воля Аллаха. Жил один юноша, которому было где-то 13 лет. Имаму Малику было тогда около 50. Итак, мать этого юноши сказала ему. Он жил в Мекке. «Сынок мой, ты стал хорошо известен, ты выучил наизусть весь Коран, знаешь множество хадисов, разбираешься в поэзии. Поэтому я хочу отправить тебя к имаму Малику, чтобы ты обучался его поведению и его манерам. И сделал это прежде, чем ты возьмешь у него знания». И она подготовила его в путь и дала ему письмо, в котором она попросила наместника халифа в Мекке, который оказался ее двоюродным братом, поговорить с наместником халифа в Медине. Она отправила письмо, адресованное наместнику в Медине, чтобы тот повел ее сына к имаму Малику, то есть чтобы походатайствовал за него. Юноша взял это письмо, и мать отправила его в путь, снабдив едой и всем необходимым в дороге. 13-летний юноша отправился через пустыню в Медину в поисках знаний. Он добрался до наместника халифа в Медине и вручил ему письмо от наместника в Мекке. Увидев письмо, лицо наместника поменялось в цвете. Он начал потеть. Юноша посмотрел на него и говорит: «В чем дело?» Тот отвечает: «Клянусь Аллахом, если бы наместник в Мекке попросил меня пройти через всю пустыню босым и с непокрытой головой, это было бы для меня легче, чем идти к имаму Малику и просить его об этом». Так сильно он уважал и боялся имама. Наивный мальчик говорит ему: «Зачем вам идти к нему? Пусть он сам явится сюда». Он понятия не имеет, как имам Малик обращается с чиновниками. Да и откуда ему это знать? Наместник засмеялся и сказал: «Идем, сынок». Они отправились к дому имама Малика. Прибыв, они постучались в дверь. Им открыла служанка имама. Она сказала: «Если у вас религиозный вопрос, то сейчас не время. Напишите свой вопрос, и я передам его имаму. Если же вы хотите узнать про хадис, то отправляйтесь в кружок имама, который начнется в определенное время. Если это государственный вопрос, то сейчас не время. Приходите в следующий раз». Наместник говорит ей: «У меня письмо от наместника халифа в Мекке». Впоследствии этот юноша рассказывал: «Я увидел высокого, крупного мужчину со светлыми волосами, синими глазами и белой кожей. Он сильно отличался от рядовых жителей Медины. Он подошел к двери и встал передо мной. Служанка подала ему стул, на который он сел. Затем имам спросил: «Какой вопрос у наместника халифа?» Наместник в Медине просто передал ему письмо, ничего не сказав. Прочитав письмо, имам Малик отбросил его в сторону и сказал: «Нет мощи и силы ни у кого, кроме как у Аллаха. Неужели наступило время, когда получение знаний зависит от покровительства того или иного чиновника?» Он посмотрел на юношу, который сказал ему: «Да исправит Аллах шейха». Юноша продолжил: «Я Курайшит. Я принадлежу к родословной пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Этими словами он заставил имама выслушать его. Ведь все обязаны уважать потомков пророка, да благословит его Аллах и приветствует. «Я Курайшит. Я выучил Коран, когда мне было 7 лет. А к 10 годам я выучил наизусть вашу книгу «Аль-Муватта» со всеми цепочками передатчиков. Моя мать отправила меня сюда, чтобы я получал знания у вас». Имам Малик посмотрел на него и сказал: «Сынок мой, бойся Аллаха и остерегайся грехов. Если последуешь моему совету, то тебя ожидает хорошая судьба». Кто-нибудь догадался, кем был этот мальчик? Нет, не Ахмад ибн Хамбаль. Да. Это был будущий имам Аш-Шафии. Тебе тоже 13 лет? Здорово. 13-летний назвал имя 13-летнего. Итак, это был Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафии. Думаю, многие из вас знают его полное имя. Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафии. Иншаллах, наша следующая лекция будет посвящена именно ему. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.